исполняющий обязанности директора Горэлектротранса. Первый зам Горэлектротранса Лакеев Игорь Николаевич. Когда готовы, будете командовать? Готовы. Все готовы? Все окей? Можно, да. Коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами участвуем в запуске трамвайного движения по Гранитной до станции метро Ладожская. Это участок, который был реализован в рамках инвестиционного проекта строительства трамвая с транспортно-концессионной компанией, передан на баланс города. Проект сам имеет несколько этапов. В этом году мы завершили разворотную стрелку, что позволило нам запустить сюда трамваи, у которых две кабины, для того, чтобы трамвай 7-го маршрута мог доходить до метро Ладожская и обеспечивать необходимый комфорт пассажиров и тех жителей, которые проживают на улице Гранитной, и тех пассажиров, которые захотят от станции метро Ладожская добраться до тех точек, куда у нас идет 7-й маршрут. Не секрет, что мы в конце следующего года закрываем на реконструкцию станцию метро Ладожская, которая давно требует реконструкции. И запуск этого трамвая позволит пассажирам, которые проживают в этом районе, доехать до этой точки на трамваях, которыми они привыкли пользоваться, пересесть на шаттл, который будет здесь ходить до станции метро Новочеркасска, и добраться дальше до тех точек назначения, которые они для себя выбрали. Готов ответить на вопросы, если они есть. Сколько машин, ну, сколько трамваев будет ходить, ну, вот в час, например? На сегодняшний день у нас на этом маршруте работает 18 трамваев. Из них 6 трамваев, соответственно, будет двухголовые. То есть каждый третий трамвай будет доезжать до станции метро Ладожская. Примерно интервал на данном этапе порядка 15 минут. 20. Что касается интервала, да, на сегодня это 22 минуты. Но мы проанализируем пассажиров, и с учетом роста пассажиропотоков, конечно, будем увеличивать. Разместимость такого трамвая какова? Сколько он может за один рейс перевезти пассажиров? Коллеги, не деритесь между собой микрофонами. Такой трамвай может до 300 пассажиров перевезти. А вы же построили отдельный путь. Расскажите, то есть сколько он будет длиться, да? Вот немножечко про новые пути. А, новый путь, длина нового пути, а это улица Гранитная, да, 1,3 километра. Как Кирилл Валентинович уже отметил, это было сделано в рамках большого проекта. Вот последним этапом был ввод в эксплуатацию данного пути и укладка стрелочного перевода. Две остановки всего. А есть какие-то планы, может быть, кто-то еще сейчас строится? Планы по строительству, конечно, есть. У нас есть целая программа развития предприятия. В рамках этой программы в течение ближайших 3 лет будем строить новые, ремонтировать старые, но и закупать новый подвижной состав. И только в следующем году мы планируем закупить порядка 200 троллейбусов и 100 трамваев. Вы сказали о троллейбусах, а если говорить о трамваях? 100 трамваев. 100. 100 новых трамваев. До 2024 года мы практически на 60% обновим подвижной состав Горэлектротранса, и до 2028 года он будет обновлен полностью. Вопрос такой еще, чтобы пустить семерку к Ладожской, пришлось что-то еще вот достраивать ветку, вот об этом. Достраивать пришлось, вот мы с вами проезжали, это, соответственно, разворотная стрелка, которая позволяет трамваю перейти с одного пути на другой, поэтому подвижной состав, который здесь используется, имеет две кабины, так же, как вот трамвай Чижик, который тоже имеет две кабины и также разворачивается через разворотную стрелку. В следующем году мы планируем реализовать в этом месте пересадочную платформу, соответственно, которая позволит комфортнее и ближе переходить с трамвая Чижик до, соответственно, семерки Горэлектротранса. Как раз за нашими спинами будет организована эта посадочная платформа, и получится небольшой пересадочный узел. Пассажиры с Чижиком будут пересаживаться на наш трамвай и ехать на Чижик. Может, надо было Чижик продлить на трубку? Ну, Чижик продлить куда? До Малой Ухты? А что дальше? Поэтому с точки зрения эффективности, эффективнее продлить семерку. Это позволит людям добраться на другой берег Невы и, соответственно, отработать все те вопросы, которые у них есть, например, до тех мест, которые там расположены, в том числе и промышленных предприятий, до которых идет сегодня 7-й трамвай.
Скажите, а Обуховская оборона, вот она периодически там закрывает движение. Это связано с тем, что там какие-то то на одном участке, то на другом ведут работы, так что ли? Ведутся работы, сейчас активно ведутся работы по ремонту трамвайной сети. Не секрет, что объем ремонтов за последние годы существенно снижался, и в этом году впервые мы сделаем более 10 километров. По прошлому году это было меньше километра ремонта трамвайных путей. Мы будем наращивать ремонт до 20-25 километров в год, что позволит выйти к 2028 году, к полному обновлению подвижного состава, на 100% качественный трамвайный путь, который позволит и соблюдать скорость, и безопасность пассажиров. Это все в рамках программы модернизации горэлектротранса, все в рамках программы обновления подвижного состава и обновления тяговых подстанций, ремонт, реконструкция наших парков трамвайных, троллейбусных. Соответственно, комплексная программа, которая была утверждена губернатором Санкт-Петербурга и сейчас активно реализовывается комитетом по транспорту и подведомственным предприятиям. Ну что, как говорится, Обуховская...